Так, друзья, всем привет! 5 июня. Мы с вами по просьбе зрителя зайдем сейчас в Киломакс и посмотрим на костюмчик. Какой же там размер? Иду мимо, вот решила, почему бы и нет. Так, на улице очень жарко. Вообще очень жарко, не хочу ничего примерять. Зашла в Киломакс специально для вас посмотреть, какой же размер. Вот фирма, смотрите, размерчик все показала. Состав полиэстер. Вот, смотрите, 38-48. Вот все здесь написано, такая подкладочка. Здесь кармашек. Все есть. Сейчас посмотрим брюки. Брюки вот. Я бы сама примерила, только он мне маловат будет. Смотрите, какая еще интересная вещь. Вот размер. Значит, и вот она, удлиненная версия пиджачка без рукавов. Прикольно. Так, и раз я оказалась в мужском отделе, посмотрите, какая интересная пижама. Это значит, у нас и верх, и низ. Вот так вот. Потом такая полосатая фирма. Все вам покажу, все расскажу. Так, здесь у нас маечки пошли. Маечки уже не буду долго смотреть. Вот. Здесь надо приходить ковыряться. Вот штаны, в общем, всего чего. И найки вам есть, и так. И рубашек огромное количество. Так, мужчин тоже не оставили, конечно же, не без курточек. Вот, смотрите, курточки тоже имеются. Фирменные, всякие разные, новые. Так, и также не оставили без джинсовых курточек. Разные модельки. Тут вот Zara. Вот такая. Видите? Такая. Так что всем найдется джинсовые курточки, пожалуйста. И тоже с дырочками имеется, видите? Дырочки на месте. Первые дни после привоза можно найти даже очень неплохие вещи, я вам скажу. Вот так. Кстати, вещи, которые я вам показываю, они в основном идут все с бирочками, все новые. И это не реклама, это я делаю то, что мне нравится. Джинсы. Мужские все. Вот, пожалуйста. Так, нашла еще вот такой женский эксклюзивчик. Сумочка. Думаю, тоже модная. Такие вот кармашки. Интересная такая моделька. Летняя яркая сумочка, обратите внимание. Так, вот еще все. Мужские брюки. Брюки, шорты. О, смотрите, а к тому костюмчику также есть оригинальные кеды. Смотрите, какие интересные. Но они тяжелые. С дырочками, вот, пожалуйста. Такие кеды еще есть, вот, джинсовые. И такие всякие разные. Вот такие интересные плавки мужские. Симпатичные, правда? Так. Такие. Там уже шорты. Вот такие еще интересные. Я знаю, кому они подошли бы. Так, такие розовенькие шортики. Совсем коротенькие. Вот так вот. Вот, думаю, юбочку может примерить. Смотрите, какая интересная. Смотрите, какие оригинальные женские штанишки. Коленки проветриваются. Можно даже молнию еще открыть. Интересная модель, конечно. Тут всякие ключики, ремешочки. Такие бриджи. Смотрите, еще оригинальная идея. Вверх такой. Низ такой. Сзади симпатично. Кармашки такие. Коротенькая такая. Вот такой комплектик. Чик. Полный рост не показать, к сожалению. Вот еще интересная моделька. Смотрите, по бокам дырочки. Как раз для моих складочек. Вот я посчитала как раз. Смотрите, чтобы проветривалось, чтобы им дышать тоже было. Интересная такая. Золотистая. С блесточками. А как вам такое платьице? Напишите в комментариях. Классное. Я думаю, это для этого и придумали, чтобы каждая складочка аккуратненько в свой отдельчик. Так, 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 так. Вот сейчас думаю, может мне свитер в дырочку нужен желтенький. Встаю и смотрю. Турецкий. Такие манжетики. Черную маечку под низ и пошел. Маечку на лямочках.
Так, мое платье розовое еще на месте, которое многим понравилось. Это большевато, которое было. Тут еще всякие есть интересные модельки. Но сегодня я говорю, что-то как-то очень жарко, не хочу примерять. Хотя здесь работает кондиционер. О, смотрите, какое оригинальное. Опа, тяжеленное. Ужас. 100 тысяч денег, наверное, стоит точно. Такое еще симпатичное. Тема гороха продолжается. Смотрите, какой эксклюзивчик. С бантиками. Тут такой воротничок симпатичный. Спинка у нас тоже все красиво. Юбка пышная. Ну, красота. Платье интересное. Я думаю, что подошло бы это в горох на танцы. Вот мы подошли с вами к летним шарфикам таким, шляпочкам. В общем, все очень интересно. Так, тоже интересно. Интересно, как сама туника, так еще и цена тоже, что за 1 евро продавалась. Классно. Такая моделька. Так, интересная штучка к моим ногтям. Смотрите, на море. Прикольная. Так, немножко пройдемся, посмотрим, что тут у нас имеется. Значит, такие прозрачные штучки. Симпатичная беленькая платьица. Красненькая, коротенькая. Такое пышненькое примарк. Такое. Это нам не нравится. Черненькое, смотрите, симпатичная H&M. Такое цвета хаки оригинальное. По бокам, смотрите, какие-то поясочки. Тут веревочки, резиночка. Интересно. Такое, значит, это фирма Папайя. Очень громко музыка. Такое. Платьев очень и очень много. Невозможно все просмотреть за один раз. Тут, смотрите, мы сейчас подошли с вами, кстати, к размерчикам немножко поменьше. Вот это очень интересно. Интересное. Кстати, в маленьких размерах частенько я могу встретить также 42 и больше. Как я пропущу такое платьице, смотрите. Так, вот фирмочка. Без леопарда, конечно, никуда. Он везде и повсюду. Сейчас он очень-очень актуален. Так, ну что, смотрите, еще такое нарядное платьишко. Я, кстати, подумала, что раз уж пришла сюда, значит, буду и вам тоже показывать. Но не буду же я только один костюм. Раз мы уже зашли, значит, нужно что-то посмотреть. Вот такое с блестками эксклюзивчик. Много, смотрите, на любой вкус и цвет, конечно. Нам, конечно, все не пересмотреть. Так, сейчас немножко покричу. Смотрите, такие оригинальные модельки. Но я специально обратила внимание и для вас специально хочу показать то, что вещи абсолютно новые. А то мне там пишут после мертвеца или еще там что-то, в общем, напридумывают. Абсолютно новые вещи. Их никто никогда не носил. Есть, конечно, попадаются ношеные, но мы такие с вами не смотрим. Вот и все. Поэтому одно название секонд-хенд, а здесь все с бирочками, все новенькое, все нулевенькое, вот, пожалуйста, все. Мы покупаем с вами за копеечки, в основном последние дни. Вот так вот, так что не надо там придумывать лишнее. Наоборот, оригинальные вещи, которые сейчас уже не найти. Вот так вот. Давайте на эту сторону пройдем. Вот тоже хорошая, хорошая, яркая, кислотная. Так что люди как придумают, так придумают. Конечно, секонд-хенды тоже бывают разные, да? У меня тоже на моем опыте было то, что я заходила. Во-первых, аромат стоял, да, который очень трудно стирать. Здесь я такого не наблюдаю. После стирки у меня все исчезает, запах, да? И то его здесь такого едкого нет. Это первое. А второе, иногда бывает, придешь, другой секонд-хенд какой-нибудь, да, так там еще дрявое, ношеное, застиранное. В общем, такое мы с вами просто не смотрим. Смотрите, это липа, да? Липа. Красота какая. Так, ну что, из Киломакса я выбежала. Представляете, я там так долго пришла только, в принципе, костюмчик посмотреть. В итоге, как всегда, зависла. Еле-еле удрала. Может, меня понесло автоматом, хотелось чего-то себе купить. Так посмотрела, чуть ушла. Дошло до того, что я, ребят, теперь ходила, искала себе сарафан с подсолнухами, как раньше. Если найду в интернете, как, какой сарафан я хотела, сейчас вам покажу, это вообще просто. Вот почему мне захотелось такой сарафан. С подсолнухами, знаете, такой на широких лямках, такой весь
классный. Сейчас покажу, прям как у меня был когда-то. Что-то мне так захотелось, не представляете себя. Вышла из дома, наверное, в 3 часа. Сначала сделала ногти, потом сходила Фрей за едой. Сейчас еще домой надо кое-что купить. В общем, так и гуляем. Вот эта улочка. Зеленая-зеленая красота. Немножко пройдемся по Калгари. Это же виноград, правильно? Виноградовые усики. Магазинчики уже закрыты. Сейчас уже 6 часов. Начало 7. Так. Здесь у нас, значит, базница. И это самое. Еще совсем недавно здесь была пустая поляна. Здесь чего только не было. И просто машины припаркованы, и автобусы собирались, если куда за границу ездили. Вот. Много чего интересного было. Когда-то даже, по-моему, здесь что-то вроде барахолки организовывали. Но потом, я так поняла, этот кусочек земли одна бабушка, я так понимаю, завещала церкви. И вот на этом месте построили такую красоту. Нравится на Делфи читать новости. Там, значит, вышла статья, то, что люди жалуются, что у нас в Юрмале, не только в Юрмале, и в Эцике, в общем, с пляжами что-то не то. В общем, где белый песок, почему воняет, почему грязно. И дальше на Делфи, как всегда, интересное продолжение. Хотите знать, что случилось? Что с пляжами, навсегда это или временно? Оплатите абонемент, и мы вам все расскажем. Красота! И также насчет любой новости. Помню, если вдруг что начнется, если вы хотите знать, где убежище, и все, и пол статьи, а дальше оплати абонемент и узнаешь, где убежище, куда в случае чего бежать. Интересно, да? Так, хочу я пойти купить себе кое-что. Сейчас покажу вам, что. Базар уже практически закрыт. А вот то, что я хочу, еще есть. Такой базарчик наш старенький. Павильончики мясные. Всякие разные. Вот. 1,5 евро. Такая тут собачка. 2 евро. Такая красота. У бабушки купила. Что-то мне понравились. Не могу прям. Как вам? Конечно, можно поехать самим нас собирать, но бабушка так старалась. Вот так выглядит базарчик у нас. Сейчас никого нет, поэтому могу немножко показать. Вот такой вот. Ну, как и везде, наверное. Так. Вот такой вот небольшой базарчик. Калгарский старый. Такие павильончики. Цветочки, красота, конечно. О, розы какие, смотрите, красивые. В магазине хорошо, потому что кондиционер еще лучше. Вот так с жары заходишь. Классно. Освежает очень. Смотрите, в магазине тоже никого нет. Я одна, что ли? Классно. Мне тут раздолье. Гуляй, не хочу. И мой цветочек. Мой любимый торт. Но не будем сейчас его кушать. Нельзя. Так, вот стою и думаю, какую колбасу взять. Вот какую вы вообще кладете? Колбасу в холодный суп. Интересно мне знать. Так, я смотрю и не могу понять. Смотрю в книгу, вижу фигу, как говорится. Вроде все пробовали, вроде все не то. Напишите, где вы берете колбасу. Интересно, где вы берете колбасу. Иногда бывает неплохое предложение. Большая колбаса экстра. Вот она была неплохая. А что-то я ее сегодня не вижу, наверное. Не я одна об этом знаю, что она неплохая. Мы все разобрали.
Так, установили с вами телефончик, идем, рассматриваем цены, ассортимент, ходим как по музеям, ищем, чтобы съесть, чтобы похудеть. Вы знаете, когда видишь цену, я чувствую, как худеется. Много чего не беру, я вот прям чувствую, как тратятся калории, как я худею. От стресса, от шока, да, вот я увидела сейчас рис, нет, я взяла сахар сначала. Сахар мне обязательно нужен. Точнее, не мне, а моей семье. Я сахар сейчас не употребляю. Я принимаю сейчас, если сладенькое, то сахарин. Сейчас я громко скажу. 2,79. И тут я понимаю, что недалеко от меня стоит женщина, которая на мой голос обернулась посмотреть, кому я что говорю. Нет ни телефона у нее, ни наушника такая. Просто решила озвучить на весь магазин цену на рис. Вот так вот иногда у меня бывают такие вот интересные вещи. Рис, смотрю, этот неплохой басмати на акции сейчас, на развес который. Не только басмати, ведь все это валда на скидке. Кстати, в маленькой Максиме тоже есть клубника, если что. С магазинами на сегодня хватит, отправляемся с вами на море. Мы с вами вышли на море. Вышли проводить закат. Посмотрите, какая тут у нас красота. Недавно прошел дождь, такой крупненький, и сейчас вот так красиво видно, что там сейчас еще идет дождь, смотрите. Такая туча темная в форме сердца. Проводили закат. Там, смотрите, после дождя ходят с металлоискателем. Красиво, смотрите, чернючее небо и розовый закат. И отражение в воде, видите? Ну-ка. Так, а тут у нас, смотрите, розы. И ароматные такие. Вот еще некоторые не распустились. Красота. Так, хотела сегодня пойти загорать. Но когда Вера собирается, тогда вот такая погода. Не для загара. Дождливая. На этом видео будем заканчивать. Я хочу напомнить вам про лайки. Может быть, кто забыл, где этот лайк ставится, то я могу напомнить в следующем видео. Также не забывайте писать комментарии, это очень важно для продвижения канала. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока!